Всем привет, вы на канале Home Breeds, и сегодня мы расскажем о замечательной породе Курильский Бобтейл. В противовес внешнему сходству с дикой и неприступной рысью, представители породы отличаются неподдельным дружелюбием и приветливостью. Это значительно ускоряет сближение кошек с новыми хозяевами. Курильский Бобтейл не будет сидеть под комодом и раздраженно фыркать в ответ на ваши попытки достать его из временного укрытия. Курильцев нередко называют собаками в кошачьем теле, поскольку они с радостью приносят игрушки и мячики, брошенные ловкой рукой хозяина. К слову, с семьей у Курильского Бобтейла зарождаются весьма трепетные отношения. Для представителей этой породы нет ничего важнее близких людей, которые дарят им искреннюю любовь и заботу. Животное будет защищать семью, в которой живет, исключительно по-собачьи, становясь в грозную стойку и предупреждающе мяукать. При этом Бобтейл будет особенно опекать одного человека, которого считает своим хозяином. Одновременно с кротостью и добродушием эта порода отличается своенравным и независимым характером. Так говорят многие владельцы курильских бобтейлов. Животные не любят подолгу сидеть на руках, изображая плюшевую игрушку, и вскоре постараются покинуть нагретое местечко. Страна происхождения – Россия. Время зарождения породы – 1991 год. Вес – до 7 кг. Продолжительность жизни – 12-15 лет. Хвост в виде помпона – отличительный признак породы, который достался курильцам в наследство от их японских сородичей. Существует две разновидности курильских бобтейлов – короткошерстные и длинношерстные. Несмотря на внешнее сходство с дикими кошками, представители этой породы весьма общительны и дружелюбны. Курильцы проявляют по-настоящему собачью преданность членам семьи, в которой они живут. Любимчиком часто становится один человек. Бобтейлы прекрасно уживаются с детьми и заводят с ними крепкую дружбу, принимая активное участие даже в самой безумной игре. Представители породы не проявляют недовольства, находясь в компании других питомцев, однако стоит держать их подальше от декоративных грызунов и птиц. Курильские бобтейлы склонны периодически проявлять независимость и своенравие, испытывая терпение своего хозяина на прочность. Эти животные практически не метят территорию, что делает их идеальным вариантом для содержания в квартире. Порода абсолютно неприхотлива в уходе и оттого подходит даже людям с минимальным опытом содержания кошек. Приобретение котенка породы курильский бобтейл – ответственный шаг, который требует у вас интуиции и внимательности. Важно заметить среди резвящихся котят именно того, кто западет в душу. При этом не стоит прислушиваться ни к словам заводчика, ни к советам друзей и близких. Это ваш питомец, поэтому и ориентироваться нужно лишь на свои предчувствия. Идеальный возраст курильского бобтейла для покупки – 3 месяца. Именно в это время малыш начинает проявлять самостоятельность и постепенно отвыкает от материнской заботы. Помимо этого, трехмесячный курильц уже обладает достаточно уравновешенным психологическим здоровьем, поэтому быстрее привыкнет к новым членам семьи. Если малыш активен и весел, с радостью ввязывается в игру и проявляет здоровое любопытство по отношению к вам, это ваш питомец. Воздержитесь от покупки вялых и пугливых котят, в будущем это может обернуться неприятными последствиями. Как и в случае с остальными породами, идеальное место для приобретения курильского бобтейла – питомники, которые специализируются на разведении этой породы. Цена очаровательного малыша начинается с 8000 рублей, верхняя планка ограничена суммой 20-25 тысяч рублей. В целом стоимость бобтейла определяется престижностью питомника, наличием благородной родословной и классом котенка – шоу, брит или пэт. В любом случае, курильский бобтейл станет преданным другом и компаньоном. Благодарим за просмотр, ищите друга вместе с Home Breeds.